Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Тихона. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память. Празднуется представление и перенесение мощей преподобного Максима Исповедника. Также празднуется обретение мощей блаженного Максима Христоради Юродивого Московского Чудотворца. Чествуется представление второе обретение мощей святителя Тихона, епископа Воронежского Задонского Чудотворца. Совершается память святых мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и Конкордии в Риме и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Также сегодня празднуются иконы Божьей Матери Семистрельная, Минская, Страстная. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.